Давай. Я уже включила. Подожди, давай поздороваемся. Всем привет! Всем большое! Всем привет! Ну как у вас видеоплан? Всем привет! Мы будем снимать видео. Мой сын делает мне макияж. Сама немного в ожидании, что же у нас из этого всего получится. С чего будем начинать? С этого. Ох ты! Ты догадался, что это? Да. Что? Не знаю. Это блеск для губ, это губки красить нужно. Все. Может быть, тональное средство нанесем? Немножечко уберем всякие синячки маме, да? Обычно девочки делают так, чтобы тональной основы не было видно. Видно? Нет, не видно. Хорошо. Не видно. Это тени. Ими девочки красят глаза. Накрасили, у нас получается такой акцент на губ, да? Это румяна. Ими девочки красят щечки свои, подрумянивают. Будем румянить? Ну как? Красиво. Да? Дальше красиво. Че смеешься? Некрасиво нарисовал? Красиво? Мама красавица уже совсем? Да. А вот это что? Да. Это тушь для ресниц. Будем? Да. Давай вот так вот ручку поставь, чтобы горизонтальная тушь была. Справишься? Все, маме накрасил? Нет. Можно бронзер еще сделать. Бронзер-то. А куда бронзер надо? Так, и вот так вот стряхивай. Вот, вот сюда наносит, например, под скулы. Чтобы... Чтобы скулы были красивыми. Еще хочу. Еще? Ты хочешь розовую? Да. А если не понравится, сделаем вот эти. Да. Такая радуга. Так и назовем наш макияж. Радуга. Смотри. Стереть? Да. Тебе не понравилось? Ну, немножко понравилось. Немножко? Тебе, наверное, просто понравилось красить губки, мама. Давай последний. Это классное. Да, это, наверное, тоже красное. Останется так. Да. Показывай папе. Хорошо. Пока! Всем детишкам передаем привет, да? Пока-пока! Все, понравилось тебе? В следующем видео накрасим меня в кого-нибудь другой макияж, да? Давай всем говорить пока. Мама. Чего?